Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья! В этом году наша Карачаевая Черкесия, любимая республика, отмечает первый солидный юбилей – 100 лет со дня образования. В рамках юбилея мы рассказываем о лучших людях нашей республики, о тех, кто действительно составляет ее богатство, ее достояние. Сегодня наша программа посвящена памяти Маджида Узировича Нагалиева, выдающемся композиторе, основоположнике карачаевской профессиональной музыки. Его также по праву считают основоположником профессионально-музыкально-песенного искусства нагайцев. Вспоминать Маджида Нагалиева мы будем с нашими гостями, которых я сегодня с удовольствием и представляю. Это дочь Маджида Нагалиева, Белла. Очень приятно. Да. Главный редактор газеты «Карачаева» «Балкарский мир» Заудин Батчаев. Наш знаменитый певец, актер Умар Али Бастанов. Заурбек Тимиров, член Центрального совета и заместитель председателя городского отделения общественной организации «Карачай» Алан Халк. Заслуженный работник культуры Карачаевой Черкесии Людмила Ивановна Городецкая. И Султан Нартоков, редактор газеты «Вестник Карачаевой Черкесии». Спасибо, друзья, что вы пришли. Ну, начнем нашу программу. И первый вопрос был у меня будет к вам. Мы не раз записывали наша студия телевидения вашего отца, и Маджид Узиерович не раз говорил, рассказывал такую историю, что он с детства знал четко, что он станет музыкантом, да. Он хотел заниматься искусством, посвятить себя музыке, но родители и в основном родственники его были против. Что-нибудь он вам рассказывал про это? Да, вот он много раз рассказывал мне об этом. Значит, когда он говорит, его старший брат, его семья была многодетная, 11 человек, детей, он был восьмым. Его старший брат принес домой патефон и включил музыку с неаполитанскими песнями. И он говорит, как я услышал эту музыку? Он говорит, в моей душе что-то перевернулось. Я уже тогда понял, что, вот говорит, чем я буду заниматься. И после этого он вот брал, включал вот эти вот пластиночки, заучивал вот эти песни и перепевал их. Иногда вот он говорит, я приходил в школу за час, вставал и представлял себя певцом и пел вот эти песни, говорит, неаполитанские, Рашида Бейбутова, вот тогда известных певцов, говорит. И я понял, говорит, как бы мои родители не были против, я все равно стану музыкантом. И у нас есть возможность посмотреть в архивную запись, когда он рассказывал, как он первый раз увидел фортепиано. Давайте посмотрим. Это, наверное, было в 1952 году. Я в жизни первый раз увидел, я это думал, что за инструмент, такой интересный инструмент, такой черный, такой интересный инструмент. И впервые в жизни прикоснулся пальчиком этого инструмента, вот так ударил этим пальчиком. А потом звуки мне, в общем, очень понравились. Потом я начал карабита спрашивать, карабит, пожалуйста, давай мне ключик. И вот когда люди на улице футбол гоняли, играли, веселились, там бегали, а я приходил потихонечку, просил у карабита, дай, пожалуйста, этот ключик. Он мне давал ключик, я потихонечку открывал клуб и сидел, потихонечку начал музицировать. Это было в Баяуте, тогда он жил в Узбекистане вместе с вашей семьей. Да. Но и тогда он решил продолжить свое музыкальное образование, вернее, получить музыкальное образование и поступить в музыкальное училище. Что по этому поводу знаете? Вот после окончания 9 класса он поехал в Ташкент, говорит, месяц жил в Чайхане, но все-таки, говорит, я добился своего, родителям ничего не сказал, и пошел на прослушивание, говорит, меня зачислили, говорит, в музучилище ташкентское имени Хамзы. Вот самое главное, что да не имея вот начального базового образования, да, он был зачислен в музучилище. Это, наверное, говорит о том, что все-таки он был талантливым человеком. У него был абсолютный слух. Да, ваш папа был настырным человеком, все-таки добился своего. Да, закончил музыкальное училище. Вот музыканты, профессионалы меня поймут. Людмила Ивановна, вот не имея музыкального образования, то есть не имея, не зная нотной грамоты, он же все на слух это учил. Да.
И он не только поступил в музыкальное училище, его приняли, но ведь как он работал, как он трудился, как это тяжело, да, вот учиться наравне с теми, кто окончил, например, музыкальную школу. Он же ничего не знал, и вот благодаря своему труду он всего добился и закончил музыкальное училище с красным дипломом. Вот так, это же какие труды, правильно? Безусловно, потому что одно дело талант, а другое дело работа. Работа – это 80% таланта. Талант дается Богом. А да. То, что человек добивается, это уже его труд. Вот. И труд, если будешь трудиться, обязательно добьешься. Он очень хотел, поэтому он и добился. Вот. И потом он, когда закончил, он уже вернулся в Карачаево-Черкесию со своими родителями. И работал он тогда, хор радио мы знаем, да, что вот тогда. И он стал именно тогда сотрудничать с лучшими поэтами того времени. Хусейном Джоибаевым, Халимат Байрамуковой. И тогда он впервые попробовал себя в роли композитора. Стал писать именно песни на их стихи. И вот у нас есть возможность посмотреть небольшой отрывочек песни «Два сердца». Давайте посмотрим. С горы вершин журча падают два ручья, разным путем еду, песню одну пою, так же, как тем ручьям, тут на разлуке с тобой слиться одной рекой, так же, как тем ручьям, трудно в разлуке нам, нам бы вдвоем с тобой слиться одной рекой, а тайна родна, где дал война райны. Маджид не только писал песни, но и был хорошим исполнителем. У него был такой очень приятный голос, такой обворожительный. И пластинки с записями его песен выходили большими тиражами, они звучали практически в каждом доме. А вы знаете о том, дорогие друзья наши, что с ним один раз произошла такая интересная история. Он же тогда выступал, начинал свою карьеру певца, исполнителя под фамилией Баташев. Вот. А потом поменял ее на Нагайлиева. И произошла такая интересная история. Подходит к нему женщина одна и говорит: вы знаете, так жалко, вот вы Маджид Нагайлиев, а у нас такой исполнитель был Маджид Баташев, вот он умер. А как он пел, больше такого певца не будет. И ваш папа, говорит, с большим трудом нам удалось убедить, доказать, что Маджид Баташев и Маджид Нагайлиев – это одно и то же лицо. А почему вот так получилось? Почему был Баташев, а потом стал Нагайлиев? Ну, это, знаете, давняя история. У нас имеются нагайские корни. И он вот потом искал вот эту фамилию свою настоящую, его род искали фамилию свою настоящую. Потом они взяли и от слова «Нагай» вот фамилию взяли Нагайлиев, вот поэтому. Казалось бы, на этом можно и успокоиться, да? Он популярен, его знают, он пишет песни, но Маджид Узеирович – это Маджид Узеирович. Он решил все-таки стать профессиональным композитором и поступил в Саратовскую консерваторию. Людмила Ивановна, мы знаем, что примерно в то же время вы учились. Вы с ним учились не на одном курсе, но вместе, да? Каким он был студентом? Он был, знаете, такой высокий, стройный, симпатичный, всегда улыбался, очень позитивный. Ну, вот дружественная улыбка у него всегда была такая. И когда мы собрались с девчонками и послушали их песни, он сам пел. Нам очень понравились его песни, и несколько песен мы его пели, несколько песен Байрамукова, и потом мы выступали с этими песнями туда, куда нас приглашали. Людмила Ивановна, ваше сотрудничество продолжилось и тогда, когда вы вернулись в Карачаево-Черкесию, вы работали много лет с ним вместе в музыкальном училище, теперь это колледж искусств имени Аслана Даурова. И вы включили песни Маджида Нагайлиева в репертуар, и студенты ваши пели, да, хоровое дирижерское отделение? У нас недавно проходило, значит, вечер национальной музыки.
И, конечно, мы без Маджида не можем пропустить. А в прошлом году у нас специально о нем, ну, такое небольшое было сообщение, и тоже пели эти песни. Но его песни исполняет и хор ветеранов, народный хор ветеранов, которым вы руководите много лет, и который наши жители республики, конечно, знают и ценят, и уважают. Давайте послушаем одну песню в исполнении хора ветерана Маджида Нагалиева. Пожалуйста, а почему вы включаете в хор ветеранов в репертуар песни Маджида Нагалиева? Ну, во-первых, эти песни, когда у нас был хор радио, эти песни очень часто звучали. И людям просто они нравились и в то время, и сейчас. И люди с удовольствием, из-за того, что там очень хорошие душевные слова, и музыка, которая легко запоминается и ложится на память. Поэтому люди с удовольствием это все поют. Я дорога.
вот вы очень точно сказали, что его песни — это всегда очень хорошие стихи, очень хорошие слова. И у нас сегодня в студии Султан Нартоков, который не только возглавляет газету, издает ее, но и пишет хорошие стихи. Султан, расскажите, как началось ваше сотрудничество с Маджидом Нагалиевым? Как первый раз вот он написал музыку на ваши стихи? Вы предложили или он сам попросил? Ну, я впервые с ним познакомился в 1976 году после возвращения из рядов военно-морского флота. Конечно, у меня таких намерений стать, скажем, писать стихи туда-сюда. В то время у меня и поныне в голове не было. Вообще, эта мысль только появилась после смерти Хусейна Жаубаева в 99 году. Это Маджид остался один. А он мне говорит: Султан, у тебя желания нет, говорит, написать стихи. Я говорю, я в основном статьи писал в газету. Он говорит: ну, Назир Узерьевич, не знаю, с чего туда. Я попробую. И как-то в течение 2-3 дней какая-то мысль созрела, что-то она что-то куда-то в облака смотрел, какие-то мысли пришли. И так появилась там небольшая такая стихотворение, посвященное этой, «Динара» называлась. Mm-hmm. А он ее взял, там в двух куплетах это, мысль, то, что там происходило в этой песне, ему понравилось. Он забрал и где-то к концу недели взял. И, песню принес, да, готовую, да? Ну, ему ноты подложил. А потом у меня появилось желание, как-то вот так вклинился, где-то к 11 стихам, и он подложил мне. Да. Видите, он вас раскрыл талант, о котором вы не подозревали, да? И песни какие получились. Завьюжит позёлка, задуют метели, завалит пути все, шальной снегопад, пойду напрямик тем, мохнатые ели, мне с мамою в детство вернуть. Назад присядь изголовью, любимая мама, и в сказочный мир ты меня уведи. Твой сын все такой же шаловлив и упрямый, и снова беду. В нашем архиве есть много песен, которые написаны Маджидом Нагалиевым на стихи поэтессы нашей землячки Нины Башкирцевой. К сожалению, из-за по состоянию здоровья она не смогла принять участие в нашей программе, но у нас есть Заудин Абдуллаевич Бачаев, ее супруг. Заудин Абдуллаевич, расскажите нам, пожалуйста, как произошло знакомство вашей супруги с Маджидом Нагалиевым? Я знаю, что вы много лет дружили, очень уважали, очень любили Маджида Узеровича. Это было видно, он часто бывал у вас в редакции. Но вот как произошло так, что он стал писать песни на стихи Нины Башкирцевой, вашей супруги? Получилось очень просто. Угу. Начались выборы, первые выборы в Карачаево-Черкесии главы Карачаево-Черкесской республики. Баллотировались много кандидатов, и среди них был генерал армии Владимир Магомедович Семенов. Идея такая пришла в голову. А что, если песню про него не написать? Угу. Я попросил ее, да, ты сможешь, говорю, написать стихи, говорю, может, так, конкретно, может, о человеке. Она давно уж пишет. Она с молодых лет, со студенческих. Я, говорит, посмотрю, может, и представьте себя, через день появляется стихотворение «Судьбою призванный» о генерале Мартак Семенове. Ну, я почитал, мне очень понравились. Я позвонил Маджиду Зверевичу. Мажит, говорю, есть, говорю, стихотворение к
как бы песню сделать? Он говорит, ну, покажи мне. Я поехал к нему, он почитал, он сам Магомед, неравнодушный человек, почитал и говорит, очень хорошие стихи, я постараюсь, говорит, сделать так, чтобы они звучали. Вот так началось дружеские отношения, мы так, Нины Михайловны Башкирцевой и знаменитого композитора. Атаев, председатель Союза художников. Он говорит, Маджид, говорит, ну спой, говорит, сам. Ой, когда он это сказал, я, может, Маджид начал уже, может, так, да. Давай, говорю, Маджид, была не была, может, рискнем. И так ваше сотрудничество продолжалось долгие годы, и много песен написано на стихи Нины Башкирцевой. Я предлагаю послушать одну из них. Снова встревожено сердце, затерян у времени след. Куда от раздумья деться, все снится хмурый рассвет. Вы нашей совестью стали, птицами вы с улетая, нам всегда завещали землю беречь Карачая. Снойная степь еще снится, ребенка отчаянный крик. Мама воды хоть клокочет, вижу, струится родник. Вы нашей совестью стали, птицами ввысь улетая, нам всегда завещали землю беречь Карачая. Вы нашей совестью стали, птицами ввысь улетая, нам навсегда завещали землю беречь Карачая. Этот последний маршрут, вне родины милость скитаться, искать на чужбине приют. Вы нашей совестью стали, птицами ввысь улетая, нам навсегда завещали землю беречь Карачая. Вас по сей день ожидаю, камни ущелье седы, память вновь оживаю, лица любимых родных. Вы нашей совестью стали, птицами ввысь улетая, нам навсегда завещали землю беречь Карачая. Вы нашей совестью стали, птицами ввысь улетая, нам навсегда завещали землю беречь Карачая. Thank you.
А вы знаете, дорогие друзья, что однажды его попросили написать песню на стихи, знаете кого? Александра Пушкина. Да, вот так вот была такая история, да, у него, когда он работал в музыкальном училище. Давайте посмотрим. Ко мне подходит одна моя студентка, очень хорошая девочка, отличница. Кстати, учится на двух отделениях, как на отделении теории музыки и национальной гармоники. Она ко мне подошла, говорит: пожалуйста, напишите обо мне музыку. Я говорю: как написать? Ну, пожалуйста, вы написали столько музыки, столько песен, говорит, и «Горяночка», «Роза», и «Лела», столько лирических песен, говорит, связанных с именами. Говорит, пожалуйста, и мое имя тоже, я хотел бы, чтобы вы воспели это, и мое имя тоже. Ну, ее зовут Алина, фамилия Латокова. Ну, хорошая девочка, отличница учебы. Я говорю: Алиночка, милая моя, да как же так? Я говорю: я же слова не умею писать. Я как раз поэт очень плохой, я не могу слова. Я могу, если что-то, слова будет, говорить. Я найду слова, не переживайте, пожалуйста, только не откажите мне. Ну, я думал, наверное, она найдет какого-нибудь поэта, и потом мне стихи принесет. На второй день она приходит. Маджид Узирович говорит: я уже принесла стихи. Красиво написала стихи и приносит там. Пишу: это Алина Александр Сергеевич Пушкин. Я, говорю, как увидел Пушкина, говорю: Алиночка, да ты же Пушкин, говорит, гений, говорит. Как я могу прикоснуться к Пушкину? Это такая величина вершины, говорит. Я писал просто такие песни, я к Пушкину, как это? Да вы не переживайте, вы напишите красивую музыку. Я говорю: не знаю, посмотрим. Короче говоря, время проходит. А потом, понимаете, вот и у меня есть красивая сестричка Алины. Да вообще очень много красивых имен Алины, просто хорошие. И моей сестричке потом много таких имен, я потом обратил внимание. Я думаю, почему бы не воспитать это красивое имя. Вот потом, и самое главное, вы знаете, сюжет страшный. Я когда прочитал, у меня вот до сих пор волосом дыбы, вот я проиграю, как-то люди это почувствуют. Какой сюжет? Очень коротко. Короче говоря, молодой человек Эдвин влюбляется в какую-то горянку, Алину. Влюбляется... А какой-то пастух в это время все время за ними следил, смотрел, когда это была любовь. Любовь была очень короткая, где-то около месяца, и она заболевает туберкулезом. Заболевает туберкулезом, эта девушка умирает. Вот представляете, через много лет, ему лет 90 или под 100 лет, этот старичок приходит, ищет могилу этой девушки, и вот он вспоминает, говорит, это была единственная и последняя ее любовь, надежда, которую покинула очень давно. Такой грустью это говорит, потом приглашает, в общем, молится там, вот такой. Он такой там трогательный сюжет. Печально. Вы знаете, к сожалению, вот я как прочитала Пушкина, да не в обиду будет сказано другим, понимаете, у меня совсем другой, я по-другому посмотрел. Я вот столько написал музыки иногда, иногда мне говорят, вообще критиковали, что должны быть хорошие слова. Я теперь понял, если слова нехорошие, если музыка, если это не действует, не соответствует, то она хорошая не бывает. Вот так зародилась эта песенка. Я думаю, эту песенку под Новый год я подарил бы всем Алинам, которые живут в нашей прекрасной республике. Если она понравится, конечно, я буду ее очень счастлив.
Мы знаем, что Маджид Узирович Нагалиев, он не только писал песни, он собирал фольклор, обрабатывал народные мелодии, и карачаевский, и нагайский, сделал огромную работу, конечно. И у него есть такие вот труды, теоретические, некоторые особенности карачаево-балкарских песен, 100 избранных карачаевских народных песен, которые сегодня используются и использовались в качестве учебных пособий в музыкальных училищах России. И, конечно, серьезным вкладом в развитие музыкального искусства республики стали музыкальные сочинения композитора. Это танцевально-хореографическая сюита под Эльбруса, детский альбом для фортепиано и карачаевский свадебный той для оркестра народных инструментов. Давайте немножко послушаем, как звучит его инструментальная музыка. Кроме того, Маджид Нагалиев очень тесно сотрудничал, работал с театрами нашими, и с Карачаевским в том числе. Умар Али, скажите, пожалуйста, вы много лет работали бок о бок с Маджидом Узеировичем. Скажите, какую музыку он писал для театра? Как к нему относились артисты? Как с ним работалось? Мне повезло, что к моему возвращению с учебы Маджид работал уже у нас в театре, и он вел наши концертные программы. Музыка в спектаклях всегда проходит настолько понятная, достойная, доступная, что она как бы одевает спектакль в нотный стан. Нам очень приятно было это, и он долгие годы помогал, поднимал нашу музыку в театрах. Мы очень довольны этому человеку, потому что такого человека больше и не слышишь, даже по всей стране. Спасибо ему за это. Умар Али, спасибо вам за теплые слова.
Но мы знаем, что в вашем репертуаре вы прекрасный певец, не только актер, но прекрасный певец. И в вашем репертуаре есть песни на музыку, вот музыка Маджида Нагалиева. Может быть, вы нам что-нибудь исполните? Как без этого? Жашау жолум ары бери болса да, сені была турат анам жүрегі. Күндіз олай кече жуку арамда, сене тыншлық есенлікті тілегі. Сенлікті тілегім Башындағы ақ түклені көбісі Мені қайғым чығарғанын білеме Қарты шеру мен әслесем орамда Сыйлы көреме Қарты шеру Мен әслесем орамда Ана дедеп Артық сыйлы көреме Сені чепкеніне етегім Бай етерім тобықланып бүркала Савилее күн жатиып жарытып Көп жылары сіз жашағыз анала Савилеге күн жатиып жарытып Көп жыланы сіз жашағыз анала Творческие люди, как мы знаем, дорогие коллеги, и вы это тоже прекрасно знаете, обычно они люди такие вот, ну, с характером, да, и чаще всего с непростым характером, ну, талантливые же. А вот на примере Маджида Нагалиева можно сказать, что он как-то вот выделялся из этого ряда. Вот сколько я его видела, сколько я его знала, как бы не встречалась, у него всегда на лице добрая улыбка, да. Всегда он улыбается, и такое ощущение, что он абсолютно всем доволен. Вот счастливый человек. Хотя мы знаем, что жил он достаточно скромно, но никогда он на это не жаловался. Вот уже прошло 8 лет, как его нет с нами, да? Но не проходит, наверное, дня, когда я не вспоминала о нем, не думала о нем. Вот в жизни бывают такие обстоятельства, когда так вот мне его не хватает, мне не хватает его вот поддержки, доброго слова, оптимизма. Вот я иногда приходила и говорила, вот все плохо, все не так. Он говорит, так, не переживай, все хорошо, прорвемся. Вот это его любимое слово было. И после вот его слов мне действительно на душе легче становилось. И действительно потом все шло как по маслу, скажем так. Был очень добрым, светлым, ко всем относился вот с равным уважением. Пускай даже маленький, взрослый, он не смотрел на то, что начальник, там, кто бы он ни был, ему было все равно. Он относился к людям абсолютно доброжелательно. Все о нем, вот, все, кто говорили, всегда его как светлого человека вспоминают, доброго, интернационалиста, прекрасного человека. Однажды мы шли с приятельницей по парку, где филармония. Смотрим, сидит он на лавочке. Сидит у него
такое радостное лицо. Он нас остановил. Куда идете? Да вот на работу. Говорит, девчата, вы посмотрите, какое солнышко, какая красота. Птички поют, цветы расцветают. Как можно вот взять и вот это все загубить? Как можно ругаться, драться, чего-то делить? Да всем все хватит, и солнца всем хватит, и цветов хватит, все. Ведь это прекрасно, жить и смотреть на это солнышко. Вот это по-настоящему солнечный человек. Да, его именно вот любили, и любили его искренне, я убедилась в этом сама, видела как. Потому что он действительно был, как вы сказали, очень светлым, добрым и бескорыстным человеком. Такое ощущение, вот он жил достаточно скромно, что ему было абсолютно неважно, да? Что у него там хрусталя нету, там вот золота, ну вот ковров таких дорогих. Мебели какой-то. Вот мне кажется, он совершенно даже и не страдал от этого, да, было? Абсолютно, абсолютно, да. Вот он был настолько, сказать, бессеребренником, да? К нему вот приходили певцы, молодые, известные были певцы. Они приходили и начинали, знали вот его характер, да? Что вот он такой безотказный, такой добрый. Ой, Маджид, так-то, так-то, материально мы не можем там за песню заплатить. И он без всякого не отказывался, писал им музыку. Хотя вот сами понимаете, сколько сейчас стоит, чтобы музыку написать. Конечно. Если бы он был, вот, как говорится, материалистом, он бы совсем и по-другому жил бы. И вот пользовались, к сожалению, вот добротой вот таким вот образом. И часто, насколько я помню, когда песни вы звучали, не подписывали, да? И вы знаете, что вот действительно и меня это возмущает, и его при жизни возмущало. Вот бывает, его песни исполняют, да, многие певцы, молодые там, известные. И внизу не указано, кто композитор, кто написал эту музыку. То есть получается певец? Да, как будто певец и слова написал, и музыку написал. Совсем вот я, честно говоря, даже уже телевизор не хочу включать, чтобы не смотреть вот это явление. Вот это вот явление как-то надо устранить. Раз вы поете песни, будьте добры, да? Указывайте, кто автор, кто написал музыку к этой песне. О себе никогда он не думал. Он думал так, как бы вот эта песня так получилась. Скульптор Хабичев. Да, вдруг. Говорит мне, как будто, чтобы Маджид не слышал, так, ему, говорит, 70 лет, говорит, исполняется. Сегодня, да? Да. Я говорю, да ты что, а что, говорю, мы так 70-летие композитор, разве мы так молча отмечать? И ушел домой, утром сразу мы так Готову, музыкальное училище, директору музыкального училища, и рассказываю, так-то, говорю, Маджиду Нагайдиеву исполняется 70 лет. Я бы хотел, чтобы вы написали, обратились. Обычно там процедура такая. Они должны были обратиться в Министерство культуры. Да? Министерство культуры дальше. И Готов, он тоже не знал, директор, где работал Нагайдиев. И, спасибо тебе, что ты напомнил, я, говорит, займусь. И вот в результате, спасибо Готову, вот, он, сразу же, все это пустил, в дело. Собрал документы, отправил, производство, положено, документы, да? И все, они, вот. И ему присвоили звание. В один прекрасный день я... по телевизору или где-то, вижу, ему вручает звание заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики. Да, очень скромно человек за себя не стоял, за других зато старался, да. И вот, вы знаете, вот тоже такой факт интересный. Он же был членом Союза композиторов России, да, его знали, уважали жители нашей республики. Но он стеснялся, когда его называли композитором. Вот послушайте, что он говорил. Вот даже когда мне говорят, сейчас композитор, вот честно говоря, вот задаете вопрос, мне даже неудобно когда. Я себя даже не считаю композитором. Вот не считаю композитором. Композитор для меня это Чайковский, это Бетховен, это Моцарт. Ну, кто хотите, вот это вершины. Вот так я всегда оцениваю. Это очень такое дело. Хотя у меня диплом, я закончил почти с отличием консерваторию саратовскую, у меня там все пятерки, я теоретик композитора. И тем не менее, это очень ответственно, очень сложно. Для него
счастье действительно заключалось в другом. Давайте посмотрим. Пока бьется мое сердце, я не остановлюсь, я каждый день буду писать музыку. Только я единственное хочу, чтобы моя музыка была доступна, чтобы мою музыку полюбили побольше слушателей, особенно из Карачаева-Черкесии. Для меня это самое великое счастье. Я радуюсь, когда моя музыка звучит, когда мои песни новые звучат, когда мои другие инструменты звучат, когда их поют, исполняют. Не только в Карачаево-Черкесии, и да и за рубежом, просто об этом не хочу. Но я счастлив в том, что вот моя музыка живет, и пока, я еще раз повторяю, пока мое сердце бьется, я буду сочинять музыку. Да, истинный художник, талантливый человек, он, конечно, мог бы рассчитывать на другое отношение к себе. Вот как вы сказали, Заудин Абдуллаевич, признание вот именно со стороны государства к нему пришло достаточно поздно. И, к сожалению, в нашей республике творческие люди никогда особым вниманием от властей не пользовались и не пользуются. У художников нет мастерских. Вот наш хор ветеранов до сих пор не имеет своего угла, места репетиции. И таких примеров, к сожалению, можно привести массу, конечно. Маленькие зарплаты, невозможность пробиться талантливому человеку, издать ту же самую книгу. Проблем много. И вот очень жалко, конечно, что так сложилось и в судьбе Маджида Нагалиева. Вы знаете, вот у меня часто спрашивают родственники, там, знакомые, почему, говорят, вот уже столько лет прошло, а отцу вашему не поставили ни мемориальную доску, которая бы увековечивала его память. Я говорю, ну это, наверное, вопрос не ко мне. Угу. Я ж не буду сама ходить и выбивать это. Угу. Вот вы, говорю, как народ, выбивайте вот это вот, просите, я не знаю. Угу. Хотел бы вспомнить, как мы начинали тему. Эта тема вот как раз увековечения памяти. И я хочу вспомнить эпизод, который мы вот сейчас, мы рядом как раз, напротив меня, нас сидят Бостанов Умар Али, Бачаев Заудин. Это члены нашего исполкома, нашей городской организации. Мы с Заудином Абдуллаевичем договорились, решили выйти на совет с этим вопросом. Вот. На заседании приняли решение о увековечении памяти Маджида Узиевича, первого профессионального карачаево-балкарского композитора. Мы первым этапом мы вот это обращение собрали подписи. Угу. После этого мы выходим на вышестоящую нашу организацию, Центральный совет нашей организации, Карачаево-Ланхал. Вот. Буташев Сулейман Хаджи. Вот. Он тоже активно занимался этим делом, вопросом. Ну вот это, с пандемией, к сожалению, затянулось это дело. И вот я надеюсь, что руководство республики обратит на это внимание. Здесь прозвучало. А каким образом будет увековечиваться, это решать руководство. Но надо этот вопрос решить. Конечно, надо. Да. Это долг наш. Абсолютно с вами согласна. И большое вам спасибо за работу, за то, что вы пытаетесь увековечить память этого талантливого композитора, светлого человека. Он ушел из жизни, но мы помним о нем и не забываем. Светлая ему память. Берег могучий Кубани, неистово билась волна. Был разом известием ранен, домам постучалась война. Тропинка до дома родного касалась короткой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной тропой.
тропинка до дома родного казалась короткой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной клопой. Как не подъемна кручина, теперь у меня сплошь и предел. Отец, провожая путь сына, о важном сказать не сумел. Тропинка до дома родного касалась дорогой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной тропой. Тропинка до дома родного касалась дорогой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной тропой. Судьба велика и спасала, вы выходили из огня, где пуля шальная догнала, одетая только земля. Тропинка до дома родного касалась дорогой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной тропой. Тропинка до дома родного касалась дорогой такой. Дорога из дома родного вдруг стала военной такой, дорога из дома родного.